парня. Сегодня в праздник 9 лет телеканала Шопеншоу мы объявляем 9-й сезон и 3-ю серию «Ход королевы». И, конечно, это королевское предложение серьги «Калейдоскоп света». Цена у нас одна за любую длину 45, 50 и 55, 999 рублей, поэтому успейте заказать уже сейчас. Это ваш статус, это ваш яркий образ. И сегодня, конечно, выбрав такое украшение, вы почувствуете себя настоящей королевой. Представляет бусы «Калейдоскоп света» эксперт телеканала Шопеншоу рубрики «Украшения», гемолог, автор собственных ювелирных коллекций Надежда Беляева, которая тоже выбрала сегодня для себя такое колье. Ну, конечно же, это невероятное колье. Здесь у нас натуральный янтарь, бусы, настоящая драгоценность из натурального нашего балтийского янтаря, при этом ограненные разные огранки, разные формы, то есть от крупного максимально кристалла до потом идут разные огранки также в кабошоне. И при этом, смотри, здесь у нас будет, вы, конечно же, выглядеть в таком колье максимально ярко, максимально заметно. Ну и, конечно же, винтовой замок нам говорит о надежности этого роскошного изделия, а значит, будет все очень надежно держаться. Замок такой, что я его даже как эксперт сначала даже не заметила. И это все сегодня освежает ваш образ, создает яркий запоминающийся вид. Украшения из янтаря, пропитанные энергией солнечных лучей. Это ваш выбор этой осенью. У нас есть три размера: 45, 50 и 55. И я напоминаю вам еще раз, что это одна единая цена за любую длину 999 рублей. Забираю сразу вместе с браслетом и, конечно, с украшениями, которые сегодня вы можете найти из прямого эфира. Вот они длинные. Мне очень нравится, что 45, она лежит как чокер. То есть можно именно под пиджак, под жакет. Да, под какой-то короткий воротник. Да, а 50 более длинная, и 55 это удлиненная длина, такая красивая и очень эффектная. Разные у нас самородки янтаря по цвету. Да. Есть и, знаешь, коньячный, и теплый медовый оттенок, и самый дорогой у нас здесь как раз идет слоновой кости. А где у нас замочек, я не поняла? Смотри, замок, сейчас покажу. То есть здесь идут разные оттенки янтаря, а замок мы видим, он располагается сейчас прямо по центру, и он винтовой. Такие замки, они самые надежные, наравне с шпрингельным, наравне с замком карабин. И как раз таки вы его сейчас, я уверена, даже не заметили. Вот он, да, это он. Внутри у нас надежнейший винтовой замок. Ну и, конечно же, натуральный янтарь, наше балтийское золото. То, зачем, знаешь, затем ездят со всего света, и причем вывозить из России янтарь просто запрещено, так нельзя. Конечно. Только в виде украшений. А сегодня украшение такое изысканное, потому что мы привыкли видеть бусы круглые, именно бусинами, да. А здесь эффектный, вытянутый, V-образный вырез, который мгновенно вытягивает нашу шейку и забирают, конечно, вместе с браслетом «Калейдоскоп света». Браслет тоже за 999 рублей. Браслет безразмерный, на эластичной ювелирной нити, который выдерживает до 10 килограмм. Будьте яркой, дарите себе солнце, дарите себе самый яркий солнечный камень. За все время, когда мы представляли это колье, у нас было продано более 7000, и более 500 человек сделали первый заказ, выбирая именно бусы «Калейдоскоп света». Ну вот он, 9-й сезон, 3-я серия нашего праздника, нашего дня рождения, и, конечно, это «Ход королевы», потому что для вас самые настоящие королевские украшения, инкрустированные самым солнечным камнем, самым теплым камнем, это янтарь. Успейте дозвониться прямо сейчас. Кстати, я всегда знала, что именно янтарь — это всегда статус престижа. Абсолютно. Даже королевские точно. Покои знаешь, были украшены янтарем. Янтарь вообще считается королевским камнем. Более того, это камень здоровья и молодости. Это очень важно. Даже древние алхимики его использовали для создания эликсира молодости. Но даже сейчас, когда медицина вышла уже на высочайший уровень, у нас используется янтарь, именно только один минерал в доказательной медицине. Янтарная кислота, это очень важно. Работает. Янтарная кислота работает. Она является антисептиком. Она является таким катализатором всего положительных именно процессов в организме. Смотри, как он вот действительно в природе находится. Это наше Балтийское море. Это наше такое самое настоящее балтийское драгоценность. И ты знаешь, он одновременно принадлежит и к живой, и к неживой природе, потому что это смола реликтовых деревьев. Это вода и это солнце. И, конечно же, много-много миллионов лет. Знаешь, я вот слышала такую историю, как образовалась
образовался янтарь. Конечно, это научная версия, которую ты рассказала. А я слышала такую легенду, что раньше над небом было два солнца. И они случайно столкнулись, и одно из них разбилось в дребезги, упало на землю осколками. И теперь так. Люди начали находить эти солнечные Какая осколки в виде янтаря. Вот действительно легенда. Заряженный да. солнцем, самый теплый, самый солнечный камень. Вы знаете, когда вы надеваете янтарь, вы как будто выпиваете горячий чай с медом. Или как будто садитесь возле теплого камина. Настолько он согревает этот камень и сразу отдает вам ту самую солнечную энергию. Успейте дозвониться. Вместе с браслетом забирают браслет за 999 рублей. Успейте сделать и вы. И, конечно, сегодня еще и в праздник. 9-й сезон, 3-я серия. Мы дарим вам подарок. Это карта Прайм. Эту карту мы подарим вам бесплатно. А все подробности подарка уточняйте в нашем колл-центре. Звонок бесплатный с любой точки России. Ну и, конечно, сам браслет, который также у нас инкрустирован разным цветом янтаря. Он стоит тоже 999 рублей. И он уже есть в каждой корзине, безразмерный. Обратите внимание, вот здесь у нас с вами ювелирная лента, эластичная, которая не порвется никогда. Ну и наши бусы в трех размерах, 45, 50 и 55. При этом одна цена? Одна цена. Удивительно. На любую длину, 999 рублей. Успевайте дозвониться. И знаешь, мне вот нравится, что это не бусины, да, а что это V-образный выброс. Почему я это вырез, почему я это обожаю? Потому что вытягивают шейку. У меня шейка короткая от природы, поэтому мне хочется быть стройнее немножко. Тебе невероятно идет, Лена. Действительно, есть вот этот вот эффект, скажу даже как эксперт, что вытягивается шея, она становится более изящной как раз-таки из-за этих крупных бусин. И более того, здесь, когда у нас центральная бусина, она самая крупная, то есть ее размер более 4,5 сантиметров. Давайте прям посмотрим все вместе на экран. 4,7 даже, 47 Ого. Миллиметров размер только центральной бусины. То есть она будет подходить у нас, это колье будет подходить к любому вашему образу. Сейчас, когда мы оденем вот эти, вот, знаешь, толстые даже свитера, можно выбрать побольше. Например, здесь у нас вечерний образ идеально подходит, это безусловно. Далее, у нас такой дневной, повседневный, с кожаными какими-то элементами, либо, например, с шерстяными элементами. Любую вашу уже имеющуюся одежду это колье украсит. При этом, конечно же, янтарь это такой теплый, насыщенный солнечным светом камень, что он будет отдавать это тепло вам постоянно, будет отдавать вам янтарную кислоту. Также очень полезно, чтобы оно находилось вот как раз сейчас, как на Леночке прекрасной. Вот это колье, оно касается вашей кожи. Ну и мне очень нравится, что центральная бусина в виде такого кристалла, ромбового вида, это смотрится очень изысканно и красиво. Только сегодня в наш праздник 9 лет, 3-я серия у нас сегодня ход королевы. Это ваш ход, цена одна за любую длину. 999 рублей забирают, конечно, вместе с браслетом. Дозвонитесь.